Итак, здравствуйте, сегодня мы начинаем, точнее, уже давно начали создание разных механизмов в игре Minecraft. И я придумал такой прикольный механизм, как поршневая дверь в виде книжных полок. В общем, мы видим, ну, обычный дом, да, с высоты он будет вот такой. Но тут у нас появится сундук Эндера. Как к нему попасть без читеров и какую-то бесконечную карту? Мы смотрим, что тут есть как бы толстые стены в два блока. Мы думаем, как бы, что это за фигня, и попытаемся, конечно, их ломать. Находим это. Не работает. Это ложная вещь. Понятно. И если мы это нашли, значит, мы, конечно, подумали, что вторая есть и здесь. Мы нажимаем, слышим, что-то открывается. Опанчки. И у нас тут сундук Эндера, как я и говорил. Ложную, конечно, мы делать не хотели. Сразу говорю. Но так получилось. В общем, как этот устроен механизм? Ну, это книжный шкаф я не хотел просто убирать, не лень было. В общем, механизм самый простой, да, по-моему? Не, мой самый простой будет. А, да. В следующей серии, да. Ну, мы закрываем просто, ставим вот на стену эту штукенцию. О, вот это для наглядности уберем, короче. Вот так. Чтоб просто видно было. Приблизить просто как-нибудь? Я не знаю. Как-нибудь вот так, если так. Не, нельзя. Сейчас, если тогда стой поближе. Если так. Что, мы снимаем на iPad 2. Наверное, первое видео. Такое. В общем, смотрите, что происходит. Ну, там мы, конечно, какой-нибудь сюрприз можем спрятать. И мы... Вот, липкий... Так, для наглядности. Это липкий поршень. Рядом с липким поршнем, рядышком прямо, ставим этот книжный шкаф. И просто... Вот. Ну, я вам сейчас даже примерно покажу вот здесь это все. Вот, на один даже, например. На два сделаем. Так. Ну и, например, проведем это все вот так вот. Ну все, вот давай сюда. Эх, не идет сигнал что-то. Сзади. Здесь сигнал. Так не получится? А я не знаю. О. Вот это работает. Прикольно работает. Вот видите, он просто сжигает. Ну там вы, конечно, примерно, но я вам показал, как это все провести. Вот так. Это ложный, правда, мы его делаем, как я говорила. Мы пробуем просто к верхнему, а я не знаю, почему они оба работают. Вообще, я хотела еще сделать по-другому. Я тут уже вон тут что перекопал. Ладно, давай. Давайте сейчас вам будет все... О, кстати, с картинок ты не видел фокус. Не там входишь, не там входишь. Я в другой дом пойду. Да, давай в мой дом. Это как бы... Это карта испытаний. Кто не видел, посмотрите. А ты никому не показал. Смотрите, ну, картины, да, там пришел, поспал, там книги почитал. Ну, типа, какой-нибудь дебил пришел ко мне. Я не знаю, как тебе войти. Да, нет. Как войти? Вот. Да нет, вот тут. О, видали, как он сделал? Опа, хабарчик. Да не трогай. Я забираю нафиг. Да хрен тебе. Итак, опа, Сим-Сим. Сим-Сим, откройся, Сим-Сим, закройся. А тут нет? Нет, это так для меня. И он тут для наглядности. Смотрите, как наш смешно тут механизм выглядит. Прикольно. Ну, это, конечно, вы как-нибудь, я думаю, спрятать. Сможете. Да, спрятать, потому что мы... Вон, на видите, мы испытание сделали. Он тут прикалывался, пока я там где-то был. Он натворил тут всего. Взял. А смотри, какой я могу сделать прикольчик насчет твоего испытания. Нет, реально, смотри, какой прикол-то будет. Просто его еще не видел. Это прикол с приколов. Блин. Опа. Смотри. Теперь это все упаковываем. Опа, он так возьмет тут дверь отсюда. Ну, типа того. Где нажимная плита? А, нажимная... Ну да, возьмем рычаг. Например. Ой, блин, чел, у меня
iPad не упал. Ну только сейчас по погоде. Да не, все нормально. На 5 минут. Опа. Оп, блин. Я не бегаю, не действует. Оп. Все действовать будет сейчас. Ну, например, так для наглядности тоже, если там хотите как-нибудь спрячься. Это мы тоже так просто снимаем. Да, мы уже не знаем, что делать просто. Не туда поставил. И сейчас с нами сидит его братик. Если он будет орать, мы его побьем. Ага, это действительно круче. Например, чувак такой, ух ты, какое легкое испытание. Ну тут вы, конечно, как-нибудь замаскируете. О, например, идет. Опа. И ты его выдвинул. И он такой, оп. Опа, и ничего не работает. Почему? Потому что ты поставил еще один рычаг. Галимый рычаг. Галимый. Брак мне продали. Оп. Опа, прикол. Прикольно. Ой, блин. Нет, я горю. И так, до свидания.